Здравствуйте. В студии Алина Решетняк. Спортивные занятия культурно-спортивного комплекса в разгаре. Впереди первые срезы спортивных знаний. Подробно о них поговорим со старшим тренером отделения футбола культурно-спортивного комплекса компании «Алроса» Андреем Кулагиным. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Ну, расскажите, пожалуйста, у нас уже сентябрь подошел к концу. Как ребята, которые занимаются футболом, привыкли ли они уже, влились в занятия, да, как себя чувствуют? В спорте есть такая поговорка «Готовься, а не летом» называется. Мы собрались 15 августа, команда у нас 2008 года. Это вот команда, которая через два года, этот возраст, который будет представлять «Дети Азии». Вот, мы собрались в середине августа и наметили план наших двухлетнего вот, периода соревновательного, как нам подойти к этой дате, к детям Азии. Вот, с чего начать? Начали мы с трехнедельных сборов на стадионе. В любую погоду мы тренировались. В сентябре, в начале сентября, когда пошли в школу, я дал 3 дня им отдыха, 2,5 дня. И мы перешли, плавно перешли в зал. Уже тренировались ввиду того, что дети пошли в школу. Мы тренировались один раз в день. Когда были выходные, там, суббота, воскресенье, 2 раза в день. То есть у нас все шло по намеченному плану. Ну, ближайший момент у нас такой, что сейчас мы должны проверить свои силы. Будет поездка в Казань. Это турнир Кубок Казани. Он традиционный, ежегодный. Вот. И как раз там вот хорошая проверка своих сил перед, так сказать, перед сезоном основным. Потому что у нас основная задача, это, конечно, это республика, первенство республики. Но ребята еще не участвовали в этом первенстве? Нет, они участвовали. Они 3 раза играли. Просто я с ними не ездил. В общем, и результаты были такие, я вам так скажу. 3 раза мы ездили, ребята ездили и занимают все время место предпоследнее. То есть, допустим, там 12 команд, мы 11-е. 10 команд, мы 9-е. Вот в этом году сейчас 10 команд, я им поставил уже такую задачу. Невзирая, кто будет играть или что, я им говорю, надо 50%. То есть попасть в пятерку. 5 и выше. Если вы 5 и ниже, то значит мы что-то где-то еще не дорабатываем. Вот пускай сейчас нагоняют, набирают форму в течение этого. Но 2 тренировки в день и вообще без выходных, это, конечно, очень непросто, да, наверное, для это, ребят? Это, во-первых, психологически тяжело для мальчишек. То есть это они, допустим, оттренировались утром, а им надо отдохнуть, чтобы они вечером пришли. Не так, что пришел, у меня вот это болит. Ну, конечно, первую неделю я так смотрел, и я думал, как они себя поведут. То есть, может быть, так получится, что они могли не прийти на следующую тренировку, там, или через 2 дня, через 3. Если бы это произошло так, то, конечно, ни о какой Казани разговора бы не было. Я бы просто свернул бы это дело, и все бы. И также ребята продолжали бы так же играть, как вот они играют в удовольствие. Для себя. Да, сейчас я им сказал, что вы должны уже доказывать. Вам 13, вам 14 лет. В это время уже надо какой-то результат показывать. Игра игрой, вы можете хорошо сыграть, но результат вы не покажете. А остается-то результат, как вот говорят, смотри, англичане как говорят, смотри на табло. Не на как вы сыграли, а какой счет. Если команда дисциплинированная и у них все налажено, то есть ребята все там в адеквате, все понимают, они могут обыграть любую команду. Это футбол, это спорт. Он же непредсказуем спорт. Но это уже, конечно, такая другой такой уровень, да, уже не просто секция футбола. Я пришел, побегал, там поиграл, маме фотографии скинул. Конечно, конечно. Это уже такой настоящий спорт. Ну, пытаемся это сделать вот по этому возрасту, потому что, как бы, если бы, допустим, я так скажу, если бы они были бесперспективный. То есть я бы вот просто увидел, что ребята так приходят ради того, чтобы просто встретиться, поиграть, похихикать. Я бы не взялся бы за это дело. Но если я вижу, что я же им так сказал, ребята, если я с вас требую, значит, я же не просто так. Если бы я вам ничего не говорил, значит, вы мне тоже были бы без разницы. Да. Я говорю, вы не думайте, что там, если я вам где-то говорю какие-то замечания, это от того, чтобы вы это воспринимали и понимали, для чего мы это делаем и как. Это искусство создать команду. Это не каждый может создать команду, довести ее до выпуска. А если ты тренер, ты команду взял и выпустил ее, там, допустим, в 10-11 классе на выпуске, у тебя человек 12-15, вот это значит, что не зря ты эту команду руководил. А то можно, допустим, в детстве они там выигрывают всех там, да, до 10 лет. А потом все разрушилось. А потом говорят, а где они? Ну еще что они выиграли? А где сейчас-то они? Важный же момент такой, это и не только в футболе, и в хоккее там, и в баскетболе. Довести чтобы вот у нас первенство компании образно, да, что в каждом коллективе там они даже не стали там какими-то там великими футболистами, но они
приехали, вернулись, допустим, отучились, мирные вернулись, и они уже играют за какую-то команду. Mm-hmm. И вот, допустим, мы же проводим первенство компании, да, 27 первенств у нас было. И с каждым годом, почему команд увеличивается, больше команд и больше, у нас в пределах где-то 25-30 команд играет. Это же для мирного это очень много, да? Конечно. А почему? Потому что много прошли нашу школу футбольную, и они потом, когда работают, и смотришь в каждой команде, раз, ну, бывает, uh-huh. забываешь, что это потом подходит, а я занимался у вас, а я вот там футболом uh-huh. занимался. И... Знакомые лица. Да, да, и бывают вот такие вот моменты, что это не кто-то там с Марса прилетел, а это свои же uh-huh. игроки и все вот... Так, ну помимо детских соревнований, да, которые вот уже будут в ноябре, есть у нас еще и для взрослых. Вот спартакиада да. Алроса среди трудовых коллективов компании планируется. Расскажите, пожалуйста, тоже подробнее, что это, где будет проходить, кто может принимать участие? И тоже ли там каждый день тренировки у взрослых? Нет, там это спартакиада компании, это ежегодное мероприятие. И футбол, он, в общем-то, всегда, ну, по командам, всегда где-то участвует, ну, 10-12 команд участвует. Этот спартакиада, она проходит где-то в течение месяца угу. по выходным. Собираются, мы проводим судейскую, сколько там подразделений у нас, сколько участвует. И угу. Проходит в таком формате, допустим, в субботу у нас целый день идут игры. Немножко в мини-футболе же 2 по 20 играют, мы делаем там 2 по 10. 2 по 10, но 2 игры. Это опять же, что как бы 2 по 20. Uh-huh, только, uh-huh. только с перерывом. Но это от чего говорит? Потому что это же больше для популяризации. И ну, да. условия равны. То есть ты уже... Это работники. Это не привлеченный легионер uh-huh, откуда-то. Uh-huh. Ты взял там, Вася, пойдем за меня. Да, а тут работники. Если ты работаешь вот в этой... на Интере, да, на образно uh-huh, говорю. Вот uh-huh. это работники Интера играют. Против, допустим, подразделения ГОКа. Или фабрики третьей. Это вот команды конкретно, вот, которые, люди, которые работают на предприятии. Угу. Вот. Так, ну еще есть открытое первенство компании у нас среди трудовых коллективов. О, это вот этот у нас, конечно, чемпионат. 2 года мы сейчас не играли. Прямо угу. меня бомбят. Люди звонят. Кто не увидит в городе, все спрашивают, когда мы начнем угу. играть. Вот, это у нас традиционный, это 27 чемпионатов у нас прошло, 27, это вот 28-й чемпионат будет, угу. 28 лет, это то есть те, которые начинали играть, уже никто не играет с того, да, я да. еще с первых чемпионатов, я сам играл за МСМТ, тогда был строительно-монтажный угу. трест, потом за ДКСК мы еще... Где-то еще ДКСК, где-то... То есть целая эпоха такая. Да, да. И сейчас вот это вырастило новое поколение, вот это все. Угу. А мы же ежегодно вот это первенство, оно же у нас проходит в течение всей зимы. И люди приходят там семьями, они приходят поболеть за друзей, за родных, там, за отцов, за братьев. Поддержка. Да, они приходят прямо семьями, сидят, и вот они прямо вот... Прямо есть такие, которые вот целый день смотрят футбол, приходят, и для них это выходной. Нет, ну, это хорошо, mm-hmm. что они тянутся в Кимберлит. Не то на есть, диване дома. Да, у нас там расписание все есть этого чемпионата. И у нас еще и... Мы в свое время так сделали. Мы разделили их на высшую и первую лигу. Высшая лига, у нас там 10 команд было, это те, которые сильнейшие команды. Mm-hmm, но чтобы не было mm-hmm. такого, что, допустим, одна команда вышла, и другой там 30 мячей забила. Ну да, да, чтобы более-менее... А первые, они между собой, чтобы у них интерес был. И вот когда там, допустим, первая лига там собираются, вот высшая, допустим, вот 10 команд играет, команда последнее место, которое занимает, в следующем mm-hmm. году они уже вылетают в первую лигу. Все, да. А в первой лиге, кто выигрывает, они попадают понимаю. В высшую лигу. Ну, то есть лигу. Целая такая вот... Целая система такая, да, пирамида такая вот идет, да. Но 2 года сейчас вот это по пандемии все, вот мы немножко... Сейчас mm-hmm. мы думаем таким образом сделать. Мы хотим... Сколько будет команд, не знаем. Мы хотим всех в равных условиях поставить. Допустим, будет 20 команд, угу. мы 20 команд разделяем на группы, они играют, а потом уже по 2, там, по 3 команды из группы выходят, они между собой будут играть. Угу. Это в следующем году будет уже высшая лига. А там первая лига будет. Все равно угу. мы будем разделять, да, вот в таком формате. Плюс ага. у нас еще, хотел что сказать, это же открытое первенство. И у нас уже, допустим, если спартакиада, это только работники компании. Угу. А здесь уже все могут. У нас может МРТК играть, и школьники, там даже 17 лет, которые ребята. И угу. здесь каждая команда может легионеров себе взять. Вот, допустим, у нас есть команда «Шахтер», образно, да, говорю. Угу. Они могут
сейчас мы будем решать либо двух, либо трех легионеров брать. Угу. То есть могут со стороны взять, которые, чтобы усилить свою команду. Ну, потому что там все-таки борьба за места. И здесь еще хороший момент какой, вот в первенстве этого нашего, нашей открытого первенства компании. Угу. То есть у нас же и Чернышевск приезжает, и Ленск приезжает, и Сунтары приезжают, и Алмазный, и Светлый. Все играют раз в неделю. И можно проверить потом игроков и составить сборную из этих игроков, может составить хорошую сборную. И продолжать уже. Продолжать уже на уровне, там у нас же потом в марте первенство республики. Угу. Вот, и можно боеспособную команду создавать. Мы даже планируем так, что после первенства, открытого первенства компании, мы еще сделаем на основании вот этого первенства, сделаем две сборные от Мирного. Плюс Айхал приедет, Удачный и Ленск, и провести еще турнир вот этих уже сборных. Потом отобрать вот из них еще. Может быть, каждый сможет сам свои силы, да, тоже свои проверить, силы уже на другом уровне, да. То есть, потому что у каждого же, вот я говорю, я даже вот по своим детям говорю, у каждого у вас есть какой-то уровень. Допустим, ты можешь хорошо сыграть на первенство школы, а уже на первенство среди футбольных подразделений ты можешь не сыграть. Ты можешь сыграть там, но на первенство республики ты уже по уровню не тянешь. Если там сыграешь, на Дальнем Востоке ты можешь не потянуть. Все выше и выше. Да, и все меньше и меньше людей, которые идут дальше. Так же и во взрослом футболе. Андрей Александрович, скажите еще, пожалуйста, идет ли пока до сих пор набор или уже набор закрыт, нельзя записаться? Может быть, малыши с трех-четырех лет, кто хочет? У нас такая ситуация. Значит, у нас набор был 4 сентября. Общий набор. И в течение месяца мы набирали детей, все там по возрастам. Но опять же, у нас как же определенный был набор какой? С 7 до 10 лет. А то есть уже с 11, с 12 лет мы, в общем-то, не набираем, потому что уже команды формируются, уже они по 3-4 года занимаются. Да. У нас же с каждым возрастом свой тренер работает. Не так, что, допустим, у меня там 3 возраста вместе тренируются. Нет. Допустим, я тренирую, вот у меня образно 13-14 год, ребята. Вот я их тренирую, 2-3 класс. Я их новичков в течение сентября посмотрел, отобрал, провел вчера, позавчера провел собрание в субботу, сказал, как состав, кто у нас будет дальше продолжать и кто не сможет. То есть я поглядел в течение месяца. Да, я родителям написал и сказал, что ваш ребенок пока в данный момент он не проходит, но пускай не отчаивается. Если он любит футбол, да, я его, может быть, в январе мы сделаем недельный еще такой, еще раз просмотр, да. То есть, потому что я, допустим, заинтересован сейчас 13-14 годом мальчишек, потому что неплохие ребята пришли в прошлом году. Вот, и они продолжают заниматься, и вот у нас в таком режиме. А, допустим, первоклассников мы берем в течение года, просматриваем. Добирать, и у нас еще есть команда, воскресная группа, это шестилетки, 5-6 лет. Тоже тренер с ними занимается. Это воскресная группа, они один раз в неделю. То есть родители их приводят, и они с 11 до 12, это 4-5 лет занимается, и с 12 до часу 5-6 лет. Потихонечку вот они, часик, футбольчики играют, подвижные игры, да. То есть мы их уже начинаем к тому, чтобы в следующем году у них уже был какой-то... Вот я поглядел вчера, тренировка как раз была, тренирует Олег Владимирович, это который вот 2008 год со мной тренирует. У него, я говорю, ничего, это, человек уже, наверное, 15, уже вот этих шестилеток есть. И до этого малыши тоже, вообще маленькие, там, 4 года, там, я смотрю, там, они еще, плачут, ходят к родителям, там, все. Думаю, как он с ними там, справляется. Нянька. Да, и вот, и когда меня спрашивают, вот моему ребенку, там, 4 года, я говорю, мы-то всем берем. Я говорю, есть возможность, хотите вот с Олегом Владимировичем готовиться потихонечку. Да, я говорю, вы можете приходить, это как бы я не говорю, что это футбол, это просто более подвижный, и мы смотрим. И, кстати, это неплохо, то есть потом уже есть чего... Костяк уже все равно как-то формируется. Да, они уже на следующий год, они уже ждут, там все, с первого класса уже будут они в системе в нашей, так что... Андрей Александрович, спасибо большое. Все нам рассказали подробно. Будем приходить, болеть, поддерживать. И вы к нам, пожалуйста, тоже приходите по мере того, как будут... Результаты какие-то. Да, или результаты, как будут проходить соревнования. Рассказывайте нам, потому что будем всем за этим следить. Спасибо. Да, еще, кстати, Кубок Казани будет в прямом эфире, будут в Ютьюбе. Если кто хочет посмотреть и поболеть за нас, смотрите. Обязательно. Спасибо большое. До свидания. До свидания.